Кто у тебя в центре торса находится? Огнеметы. Угу. Тикс. Ладно, я таки перенес эту фигню на SSD-шник, и, по-моему, оно стало работать куда шустрее, да. Так. Все не в строю. Денег, денег много. Мне нужны люди. Мне нужны люди, Так, это при рейтинге 50 или выше. Наш рейтинг отстой, очевидно. Но у него и статы. Yes, маленькие. Так. Ну, давай мы тебя наймем. Мистические секреты, то есть космическая магия. Ладно, давай мы тебя наймем. New Mech Warriors available. Давайте посмотрим. Так, вы все в ауте, то есть у меня есть три пилота. Окей, опыт по нулям. Напомните мне, что у меня в плане техники. 2 целых робота и один немного подпорченный. Окей. Ну, а Центуриона... Мы наводим блеск. Окей. Что у нас со звездной картой? Торгуйте. Окей. Фильтр биомов. Окей, с учетом того, что от биома как любезно подсказали мне надписи на экране, зависит степень охлаждения. В жарких местах охлаждаться будет фигово. Скажем так. Да. Фильтр сложности. Ба-ба-ба. Так, окей. Земной климат. Тут контракт есть. Ступен контракт. То есть я могу туда полететь сама? И так, как-нибудь перемещается там, я не знаю, только мышкой. Понятно. Скажем так, такое себе. Так, это граница. Ну, короче, я тупо шатаюсь по пограничью и нигде более. Окей. Никуда лететь не собираюсь. Так, давайте потрендим теперь с тобой. Да, она тихий то вообще. Так, где ты вообще научилась управлять этой гигантской консервой? И каким чертом тебе занесло тогда на нашу? Хм.
странно, ладно, ничего интересного. Кривые прыжки? Это что? Да, да, давайте порадуемся, что все обошлось, и пойдем дальше. Люблю быть живой. Ладно. Так. Апгрейдами у нас явно не пахнет. Так, что с контрактами на руках? Мы можем поработать с местными пиратами. Но это, я так понимаю, нифига не поднимет наш рейтинг. А до этого места лететь 22 дня. Что у нас за 22 дня может случиться? За 22 дня... Бегемот придет в себя. А вот роботы в себя не придут. Так что это все равно три пилота. Так, тут тупо крупных повреждений нет, в принципе. Что, да, нормально. Вот 22 дня. Или мы можем по-быстренькому сработать здесь. Так, что мы тут максимально? Ладно, давайте поработаем с пиратами. Деньги не пахнут. Деньги абсолютно не пахнут. Так, Деккер, давай. Так, так, так. Многобитый Виндикатор, ну и... Чёрт бы с ним. Этого копья должно хватить. Надо будет просто чуть-чуть поаккуратнее вламываться в бой. Разграбить складской комплекс. Это мы можем. Это мы умеем. Вот все будет отлично. Если там действительно обычные коммерческие товары, но... Естественно, там не будет обычных коммерческих товаров. Не уничтожить защитные тюрели бы не помешало. А, нет, давайте в лесу снайпимся. Position confirmed. У меня есть мнение, что
Ничего хорошего нас там не ждет. Угу. Так, найдена тюрель. Так, будем двигаться через там. What's up, boss? Так, Деккер, ты сможешь их оттуда в принципе отстреливать, но проблема в том, что у тебя уж больно мало атаки. Давайте посмотрим. Я бы не сказал, что сюда отлично прям видно скотский комплекс. Мне вернут камеру на место? Спасибо. Эх, Катюрель. 97 хп, как всегда. Дефолт, в общем-то. Так, помните ко мне, что он тебе? Ракеты, 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 ну. Нагрева почти не даст, но. Неплохо. Так, а ты давай спринтуй за ними. No shooting, just running. Good to go. Roger. Так, ничего кроме тюрели. По сути всего 4 тюрели. Проблем с этим не наблюдается. Окей. Standing by. Waiting for orders. Так, и ты тоже спринтуешь туда. I copy. Give them everything you've got. Orders. Чисто теоретически эту пушку тоже не будет проблематично раздолбать. Так, товарищ Скиппи. Давай-ка. Поможем. Из всех орудий, господи, он почти не греется, он идеален, блин. That turret is gone. Heads up, commander. You've got hostile contacts inbound. Кто-то хочет нас подловить. Got it. Position confirmed. Так, ага.
Примерно этого же я и ожидал. Соответственно, еще одна такая тюрель с другой стороны. Ай-ай. Ничего прям ужасного. О, я вижу мех. Какая красота. Точнее, я чую мех. Видеть мне его еще рановато. А, их там трое. Ready for orders. Acknowledged. Пятьдесят, семьдесят. Ну, не думаю, что я ее прям убью. Да, ответка мне будет. Так, попробуем тупо из ракетного оружия навалять вот ей. Если попадет, то все, да, отлично. Так, теперь три меха. Судя по всему, легкие. Может быть, один средний. Так, пока меня, что называется, никто особо не видел, и наводки на меня нет. То почему бы нам не открыть огонь со всех орудий победной пушки? Так, Деккер, точнее, не знаю, с одной стороны у него сейчас есть... Давай-ка туда. Ты никого из них не видишь, да? Так, о. Вот так мы можем попробовать добить пушку. Двадцать. Если все попадет, будет отлично. Но все не попало. Отлично. Поцарапали мне броню. Так, ладно, парни, подходите, я жду вас. Пантера. Воу, большой лазер. Armor blow through. Internal damage. И этот наверняка с большим лазером на борту. Угу. Все это по сути легкие, окей. Internal structure damage. Good to go. Так, давай начнем с того, что тебе там подбили.
Так, у тебя порушено правое. Если мы подставим им левый бок. Ладно. Дейкер, разберись. Серьезно, промах? I'm taking internal damage. Standing by. Confirmed. Окей, давай прицелку по тебе. Не очень наши шансы. А если... Так, таки прицельный, пожалуйста. Я его просто взорву, правильно? Правильно. Взорвать. Ну, такое себе. Так, чурик пока не является проблемой. Здравствуйте, не ждали? Critical hit, commander. Да вам, я чувствую, это не понравилось. Черт. Плохо. Опять Деккер в больницу отлетает. Ну ладно. Waiting for orders. Так, Деккер, вставай. Мы в курсе, что у нас проблемы. Отступай. Так. Давай по тебе, если у чего есть. Scored a critical hit. Не-не-не-не-не-не-не, ух. Так, кто из них еще не ходил? Вот этот, по-моему, не ходил. У меня есть предложение получить. Серьезно, промах? Reporting negative damage. Фух. Так, давай мы тебя все-таки добьем. Вот это я понимаю. Так, Деккер все еще отступает.
Катапультироваться. Кстати, что мне даст? Голова будет уничтожена. Не-не-не-не-не. Что у меня только что рухнуло? Critical hit. Не знаю. Ну что-то упало. Так. А, все, я понял, что упало. Можешь так, пожалуйста, не делайте. Так, Виндикатор мне тоже поцарапали. Так, давай начнем с тебя, потому что ты можешь... Недоступен, серьезно? А, надо переместиться. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так. Из всего, ну, шансы, конечно, не очень. А если прицельным? Что у тебя на этой руке? Пучковые двигатели. Давай руку. На ней оружие. Так. Раздолбай. Отлично. Target eliminated. Ай-яй-яй-яй. Краску попортишь. У них хп, кстати говоря. Может быть, Деккеру как раз стоит разобраться с ней. Moving to position. My mech is limping. Да, попади, пожалуйста. Отлично. Turret destroyed. Standing by. Так, мы тебя будем бить. Targeting for physical attack. Так, и расстреливать. Roger. Может быть, прицельным его? Два, 29, 17, 3. Что в центре? О, хорошая идея. Solid connection on that one. Так, Деккер, отдыхай. Зараза. Ready for orders. Hitting the jump jet. Сейчас я тебе верну, как бы.
любезность. Руки уже ничего не осталось, по сути, раздолбать. Ура! Окей. Денежка. И, по сути, достаточно мало повреждений. Разве что легкий контракт. А, вот контракт увеличен на 10%. Ух, мы еще и рейтинг получили. Серьезно? То есть, логика. Мы... Этот явно контракт был не через вас, ребят. По-любому. Ладно. Я ничего не имею против. Так, вот ты уже в плохом состоянии. Ты просто в ужасном. Так, что мы хотим? У меня на складе, по-моему, валяется... Да, у меня есть один КАМ-2D. Пантера тоже легкий. Вы все легкие. А, ладно. Окей, я... А, я должен. Я должен. Выбрать рано, давайте будем пытаться собрать пантеру, почему нет. На освобождение Велдри. Там наверняка какая-то жесть. Ян, скажи, пожалуйста, можем проапгрейдиться? Может быть, что-то реально новое получится? Нет ничего нового. Скажешь, обидно. Так, ну Деккер залетел. Commander? На 40 дней. Офигеть. Ну, он получил экспо. Да, да. Training confirmed, Commander. Receiving you. Да. Training complete. На больше тупо не хватит. Так, и... Ребятки, нам нужно... MechWarrior training complete. Вот так вот. Так. Вот почти, почти. Так, то есть нам нужно чиниться. Нам нужно чиниться, чиниться. Нам нужно месяц. На это время у нас в принципе денег хватает. Пилоты у нас тоже отпустятся, нам нужны тупо мехвоины. О!
Так, я давай толкай, что ты там нашел. Так, небольшую часть припасов, я думаю, золотая середина. Так, к техническим очкам это скорость работ, что ли? С учетом того, что Центурион внезапно уменьшил срок работы втрое. Окей. Ну, хорошо. Надо ждать. Сейчас Центурион закончится. Я посмотрю, кого из наших ребят стоит отправить в ремонт. Хм. Больше кофе, богу. Так. Так, Старпом, ты должен закупить больше кофе. А кофе мы отдадим пилоту. Все на 14 дней в плохом настроении. В ближайшие 14 дней не собираюсь идти на миссии. Мне пофиг. Так, бегемот вывалился с... Отлично. Так. Ты в плачевном состоянии, ты в более хорошем состоянии. Так. Почему я не могу тебя починить? Повреждение требует переоснащения. Стоп. Стоп, 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 стоп. Здесь сломался РМД. Вот зачем мне доп. Запчасти. Так, у меня есть еще РМД, лазер и боеприпасы, интересно. Да. Тут были боеприпасы. Здесь средний лазер. Сто 9 023 дня. Okay. Logged and noted. Shouldn't be too hard. Так, что тут не так? Нехватка боекомплекта. Внутренняя структура или недостаток массы? Нехватка боекомплекта?
На РБДС что, нужно больше? Что тебе не нравится? Скажи мне, пожалуйста. Какому-то оружию... А, АП нету оружия. Ёлы-палы. То есть я мог их все запустить в ремонт. Я идиот. Ладно, я понял. Так, на индикар нужно поставить еще один радиатор. Так, вроде бы... Так, легкие роботы не нуждаются в таком большом ремонте. Так, что конкретно снесено? На центральном торсе у нас... Что это у нас такое? Боеприпасы АП-2. Окей. А в принципе... Так, два средних лазера АП-2. На АП-2 тупо не хватает боеприпасов по определению. Окей. Так-то последний наш, наверное, АП-2. Нет, не последний. Вон. Так. И два средних лазера были сняты. По случаю. Может, не садануть туда большой лазер? Масса 5. Мне нужно будет что-нибудь снять. Я могу снять тут же АП-2. Сфигачить мне с него большой лазер. С теплоотводом будет швах, но я могу поставить радиаторы. Чем мы можем сделать вот так? Перевес? Радиатор, ты сколько весишь? А, ты весишь один. Вот так. А, более или менее. 200 тысяч, подтвердить. Так, если на тебя еще что-нибудь останется, находим все целые роботы. Nope. Так, давай посмотрим. Это два прыжковых. Есть лишние прыжковые, как раз два. Здесь тоже были прыжковые двигатели. Фиг с вами. Здесь было... де-факто ни черта.
У меня еще есть возможность что-нибудь поставить на одну тонну. Креплений под оружие практически нет. Пулемет весит 0,5, а патроны... Патроны весят 1. Мне нужно что-нибудь поставить на одну тонну. Так, не-не-не, я не могу туда его по... Так, значит, мне нужно усилить броню. Так, усилим заднюю броню, усилим броню на голове. Окей. Okay. Единственное, что у нас еще работает. Так, что с компонентами? Лазерное оружие, окей. Ракетное оружие. Нам нужно еще РМД-2, парочка, тройка. РПД-10. С тобой понятно. Боеприпасы здесь все нормально. АП-10, АП-5 отсутствуют как класс. Нужно больше прыжковых двигателей. Нужно больше радиаторов. Магазин. Радиатор по 33 тысячи. Ты для штурмовых. Для мехов менее 55 тонн. Нам надо будет смотреть, какой мне нужен будет. Так. Трофейные детали. Индикатор. Я могу собрать полного индикатора всего-то за 1.5 ляма. Байда. Так. РПД-5. Таких у меня нет. Припасы наверняка стандартизированы. Нет, не нужны лазеры. Не особо не нужны. А по 20? Но у нас есть два... Нет. Все-таки нет. Хорошо, все мои ребята придут в строй через 3 месяца. 3 месяца мы не протянем. Я думаю, месяц, пока Центурион и команда не придут в себя. Угу. Ничего не меняем. Все работает, как и должно быть. Так. Опять пластыри заканчиваются. Э.
Повысим-ка мы эффективность медотсека. 25 тысяч это в данный момент не проблема. Так, чем больше у нас медицинских очков, чем быстрее лечатся все. Окей. Угу, плохое настроение у всех прошло. Деккер пришел в себя, команда сейчас будет в теле. Окей, сколько мне готово к бою роботов? Де-факто два. Нам нужно будет в любом случае дождаться Виндикатора Блэкджек, я понял. То есть мы месяц занимаемся, ну, ничем. Да-да-да, мы сейчас начнем добывать деньги, не переживай. Тем более, что у нас там грозятся приемлемыми средствами. Так, у нас есть 4 меха. Средний, ты средний же, да. 3 средних, 1 легкий. Звено под 150 тонн. Пилоты. Пилотов нам тоже хватает. Па-па-па-па-пам. Окей. Командир. Так, у нас есть 4 робота, у нас есть, да? Да. Тридцать три дня к тому же лететь до места назначения. Награда. Так, ну нам нужно конкретно более жесткое звено. Ладно, давайте начнем Тундра. Окей. Okay. Полторы сотни тысяч. Да, я хочу денег, мне сейчас никак. Задание уничтожение базы. Окей. Okay. О, я ухитрился такие-то как-то пропустить. Окей. Вот это вот уже не пропускается, это уже обиднее. Да, продолжить. Мы готовы. Так, и ты. Тебе мы доверим Центуриона по-быренькому, а тебе как главному разведчику. Ну, вроде бы все нормально. Теплоотвод, в принципе, будет достаточный, и мы сможем... Тут просто, я не знаю, на эту штуку надо вешать
кучу лазеров, но они, черт побери, на него не помещаются. Ну, за бомбардировку. Окей, мы работаем на очередную непонятную корпорацию, которая хочет дать нам денег. Да, нужно поднимать рейтинг, денег дают мало. Окей. Affirmative. On the move. Так, мы там уже кого-то видим, да? Нет, пока никого. Окей. Moving to position. We got company. Угу, вот теперь видим. И мы готовы их расстрелять. Пэп стартер. Оу. Это, между прочим, не вежливо. Точность, конечно, такая себе, но... Сам потому, что он уклоняется. Got something you want done? Move order received. Так, с мехом мы разберемся потом, а вот ты, красавец мой, без уклонения. Будешь уничтожен. Ты там еще живы? Не похоже. Light damage, holding firm. What's up, boss? Так, ну давайте испытаем. Центуриона. Given him everything I've got. Кажется, ему не понравилось. Critical hit, commander. Waiting for orders. От слова совсем. On my way. Шестьдесят, шестьдесят, 25, а такой себе. Да, вы достали.
Вы уже ему и броню раздолбали где-то? На ноге, естественно. Фига себе. Armor breach. Internal damage. Yes, commander. Тебе нужно оттуда отчаливать. Потому что правой руки у тебя нету, значит. Основной мощи твоего лазера тоже, но. А, ладно, это не имеет особого смысла. 75-65. Такое себе. Догнать его, что ли? Yes, commander. Affirmative. Догнать его особо не придется. Так, давайте подумаем. 176 урона. Да, пожалуй, только если долбану из всего. Лови. Уже? Ну ладно. It's go time. Reporting. Enemy vehicle eliminated. Waiting for orders. Я тебе сейчас отомщу. За все хорошее. Firing a full salvo. Yes, commander. Heading out. Чем достанешь? Если достанешь. Это что, вот та вот пушка так адски жужжет? Очень похоже на то, на самом-то деле. Ну, ты сам показался. Что я тебе могу сказать? Сам себе злобный Буратино. Так. Так, это даст мне все-таки небольшое охлаждение. Причем еще с хорошими шансами. И давай-ка мы сделаем вот так. Что у тебя в центре торса находится? Огнеметы. Угу. Мне не нужен лишний игрок, спасибо. Good to go. Aye, aye.
Офигеть. Так, это военное здание, и там одна огромная ракетная турель. Acknowledged. Location confirmed. Acknowledged. Acknowledged. Проблема вот в этих пушках. Standing by. Sensors locked on. Легкая снайперская тюрель. Окей, это много объясняет. Ready for orders. Warning. Enemy reinforcements detected. Что-то непонятно. Подкрепление. Не проблема. Так, из всего, наверное, перебор. У них все равно 97 хп. Это, этого хватит, если все попадет. Вроде бы, да, окей. One less turret. Receiving you. Так, с учетом того, что мы готовимся сейчас к... некоторым подкреплением противника. Так, эта пушка меня так и не спалила. Вообще чудно. Ага, вот она, ракетная дрянь, которая меня ловила. Окей. Orders. Moving out. Так, зачистить точно теми же. Должно было хватить? Да. That turret is gone. Мы сначала уничтожим здание, потом уничтожим подкрепление, благо они как-то не особо сильно жаждут к нам подкреплять. I copy. Нагрева не будет, не будет. Экономить боеприпасы в этом смысле не имеет смысла. Абсолютно не имеет смысла. Двадцать 65. Нет. А у тебя додолбить можно. Оу! Такие подкрепления решили явить себя. Окей. Угу. Окей, враг высажен.
good to go. On my way. Так, Тюрель просто будет превращена в... Target confirmed. Кратер. Наверное. Если что, его там вообще останется. Turret destroyed. Так, тебя уж больно активно косят. Двести, ну пусть будет 200. Не хватило. А их там ракетные танки, небось. Стены идутся в лесу. Так, Деккер, слушай, тут такое дело. Ну ладно, давай хотя бы ее. I've got a sensor lock. Хотел, конечно, цепануть меха, но... Очевидно, не судьба. Receiving you. Это будет не актуально. Ладно, значит, просто раздолбай его. Так, давай как-нибудь пошустрее это, может быть, я не знаю. Давайте, въезжайте. А вот теперь мы тебя накроем красиво и чётенько. За всего, чего есть, тебе должно хватить. Увы, не хватило. Ладно, сейчас пока мины будут стрелять. Damage is minor, Commander. Orders? Деккер, кто это? Got a lock. Ты легкий, серьезно? Какая дальность этой байды, а? Roger.
Долбанные легкие мехи. Тебе сказано сюда. Так, какой мой шанс вообще? Так, что у тебя по центру? Боеприпасы для твоей ракетницы. Раздолбать! Commander. Copy that. Так, кого бы из вас мне убить? Ты самый четкий. Вот тебе не повезло. Reporting. One less vehicle. Ready for orders. Да, эта идея мне нравится больше. И по факту до следующего нашего хода они ничего не будут делать. Зашибись? Ах ты, смотри-ка. Ну это всего лишь 50%. Еще одна ракетница в горах. Не дотянусь, да? Ну ладно. Спринтуйте, батенька. Я ж до тебя доберусь, скотина. Yes, commander. Я ж до тебя доберусь. Copy that. Из всех орудий по тебе. Hostile removed. Commander. Мне вот что-то интересно, сможет ли она вообще вот так вот попасть? Что линия огня вроде как перекрыта стеной. Очевидно, стена — это полный фуфел. Standing by. I copy. Тогда давай снизим. Надо немного снижать нагрев. Здравствуйте, штурмовик. Кто-то, вот, если честно, задолбал. Ready for orders. On the move. Блин, лазер менять придется. Что весьма обидно. Orders. Хм,
Взорвать. Ты еще живой? Офигеть. Standing by. Roger. Это я не знаю, что случилось, но пусть будет. Taking the shot. Time to bug out. Get to the LZ for extraction. Target destroyed. Куда? Я тебя догоню. Это понятно, пойдешь отступать. А ты догонишь подлую сволочь. И раздолбишь ему все. Пушка может остаться в живых, я ничего не имею против. Yes, commander. Understood. Moving fast. На этом моменте можно было бы просто нажать. Так, все двигаемся туда и. Yes, commander. И все. Roger. Но нет. У нас есть живая пушка. Поэтому мы будем двигаться как улитки через всю карту. Commander. Ай-ай. Каждый раз подтверждаю, что да, я, блин, хочу двинуть свой юнит к концу миссии. Не отступить, это не по-нашему. Все, бой вырубился, левое. Affirmative. Ай-ай. Так, ладно, давай. On my way. Просто чтобы от меня уже отстали. Roger that. Position confirmed. Ready for orders. Это будет дальше, нет. Это дальше не будет. Bracing for impact. Waiting for orders. Ура. Moving to position. Тикаем. Mission successful. Нам дадут денег, может быть. А, вот так по контракту увеличено. Супер. О, рейтинг повышается. Окей. Да, ремонт явно требуется. Окей, да, конечно, большой лазер мне не достался, но я сам виноват, я позарился на деньги. Я, по-моему, был один большой лазер в запаске.
Вроде бы. Да-да-да. Я тебя слышу, иди нафиг. А, у меня нету большого лазера, чудесно. Сколько ты весишь? Один. Пич сразу много жрет. А креплений нет. Оу. Блин, и прыжковых для легких роботов нет, да? Так, давай оставим как было и поставим сюда. Пулеметы. Угу. Угу. Logged and noted. Shouldn't be too hard. Так, просто починить то, что есть, да? Да почему бы и нет? Два дня. Супер. Проблема в том, что очков починки требуется еще дофига. Нам нужно улучшаться. Кошмар! Кошмар!